Городской округ Химки посетили профессора из Белорусского государственного университета. Визит был приурочен к памятной дате. Во времена Великой Отечественной войны Российская международная академия туризма стала временным домом для студентов белорусской «Альма-Матер». В октябре 2011-го здесь установили мемориальную доску. Гости возложили цветы к мемориалу в память о событиях тех лет. Для нашего университета 75 лет назад произошло очень знаковое событие. 11 октября 1943 года фактически Белорусский государственный университет был в трагические времена общей истории переведен и получил возможность обучать дальше студентов. Вот их было не так много, конечно, как сейчас, но, тем не менее, мы эту дату помним, и для нас она очень важна. Поэтому мы здесь. После гости посетили парк культуры и отдыха имени Льва Николаевича Толстого и музейный комплекс. В знак дальнейшего сотрудничества белорусская делегация передала в фонды музейного комплекса памятный подарок. Такого масштаба первый. Они приезжают вместе с Московским государственным университетом. И поэтому мы надеемся, что это будет не последнее, так как Химки вообще являются городом-побратимом с Гродно. И в настоящий момент мы уже неоднократно приезжали в Гродно. Гродно, соответственно, приезжает к нам. И вообще мы очень любим Белоруссию и хотим поддерживать с ней теплые дружеские отношения. На встрече профессора вузов обсудили сотрудничество и совместное развитие науки. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, служба новостей.